В аэропорту Уфы самолет совершил жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото и видео с места происшествия нам прислал гражданский репортер через мобильное приложение LiveCore. Давайте посмотрим. Як-42 выкатился за пределы полосы на 50 метров. Видимых повреждений у самолета нет. Он стоит на шасси, только накренился на левое крыло. На борту находились около 120 пассажиров, среди них 8 членов экипажа и 29 детей. Как сообщили Life, источники в правоохранительных органах, никто из находившихся на борту не пострадал. При Волжском СК сейчас проводят доследственную проверку. Одна из версий: нормально сесть в самолет помешал сильный дождь и гроза.